Доброго времени суток. Сегодня у нас вот такие вот статуэтки. Ну, начнем мы с чего? Вот такая вот большая, видите, тут есть поменьше, побольше, но все они такие, да? Как бы интересные. Начнем мы с Веджвуда на центральном месте, которое. Здесь у нас девушки. Они тематические, красивые, молодые. Посмотрите, как улыбаются, но это не просто декор красивый. Здесь она символизирует, как обычно, в древнегреческих мифах и легендах. Она что-то так тоже исполнена. Это по моему мнению, по моему, да? Вот голуби, одежды их не развиваются. Название сразу покажу. Мир, дружба, Веджвуд фирма, классическая коллекция, номер. То есть тут ограниченная лимитированная серия. Видите, 96-го года. И, соответственно, голуби. Соответственно, я думаю, то, что это мир. Они друг друга обнимают. Любовь, красивые девушки. Состояние отличное. Вот видите, здесь розы, голубки, воду пьют. Достойная такая статуэтка и вполне недорогая. Такая же одежда. И сошедшая, не словно, из древнегреческих легенд. Так она руку держит. Здесь такие босые у них ноги. Все они чистые, светлые. Ожидаются у нас новинки. Новинки они у меня постоянно. Поэтому вам, если интересно, подписывайтесь и ставьте лайки. Будем снимать новые видосы. Новинки по фарфору. Вообще и по статуэткам, в частности, постоянно. Поэтому ходите, если видеть выпуски про другие статуэтки, которые будут и вот которые уже на столе. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а вам на сегодня спасибо за просмотр, спасибо за лайки, огромное спасибо за репосты моих видосов. Самое главное, не болейте. До новых встреч, всего вам доброго.